Илья Ильич, ты что шумишь? Маменька приехала, не разбуди. Маменька приехала. А когда маменька встанет? Скоро. А когда она приехала? Поздно, батюшка, ты спал уже. А я пойду послушаю, не проснулась ли еще? Ну что ты, батюшка, беспокойный такой. День только маменьку не видел, а уж извелся весь. А чего это, няня, там светло, а тут темно? А уже будет и тут светло. От того, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его. Вот и хмурится, а уже... Батюшка, ты чего тут стоишь? Разбудишь ненароком маменьку. Маменька приехала! Маменька приехала! В Петербурге, в Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было нормальным его состоянием. Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином, поселился в Петербурге 12 лет назад. Тогда еще он был молод, полон разных стремлений, ждал многого от судьбы, от самого себя, все готовился к поприщу, к роли. Но дни шли за днями, годы сменялись годами,
Служба была оставлена, Пушок обратился в жесткую бороду, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, перевалило за 30 лет, а он ни на шаг не продвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где и был 10 лет назад. Захар! Захар! Ну, куда же ты? Вы ничего не говорите, что ж тут стоять даром. А у тебя что, ноги отсохли? Видишь, барин озабочен, так подожди. Не належался там еще. Сыщи письмо. Какое письмо? Я не видал. Ты же от почтальона его принял, грязное такое. Ну, куда же его положили? Почем мне знать? Понятно, ты ничего никогда не знаешь. В корзине посмотри, или не завалился ли за диван. Ты смотри, спинка у дивана до сих пор не починена. Чтоб тебе призвать столяра да починить. Ты же изломал. Я не ломал, она сама изломалась. Понятно, ты не ломал. Нашел? А, какие письма. Не те. Ну, так нет больше. Ладно, где хорошо, поди, право. Я встану, сам найду, право. Ох, какая же у тебя чистота кругом. Пыли, грязи, боже ты мой. Ничего не делаешь. Ну, скажи, я ничего не делаю. Вон, все подметено, все прибрано, словно к свадьбе. Так. Чего еще? А это что у стола? Ну, пожалуй, уберу. Только-то. А пыль, а грязь, а паутина. Я иногда вижу клопа на стене. У меня и блохи есть. Это же гадость. И не смеяться надо, Захар, а убирать лучше. Захар, умыться готово? Готово давно. Чего вы не встаете? Опять управляющий дворник присылал. Говорит, непременно нужно съехать. Квартира нужна. Не смей напоминать мне о квартире. Я уж тебе запретил, раз ты опять. Смотри. Лучше бы к мяснику сходил. Не пойду, больше долг не дадут. Нынче первое число. А мы что ему должны? 86 рублей. Ты с ума сошел? Так не платили месяц три, у меня записано, не украли. Как это только в тебя влезает, добро бы впрок. Вы бы лучше написали, сударь, к домовому хозяину. Так, может быть, он бы вас с квартиры не тронул. Ой, ладно, ступай к мяснику, а я подумаю, напишу. Иду. Илья Ильич был сильно озабочен. Дело в том, что по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии. И вот из этого имения от своего старосты он получил вчера письмо неприятного содержания. Ну, известно, о каких неприятностях может писать староста. Не урожай, недоимки, уменьшение дохода и тому подобное. Еще несколько лет назад Илья Ильич стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в своем имении. Ему и хотелось бы улучшений и перемен по этому плану. Но только чтобы это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой. Вот. А тут еще хозяин съехать просит, квартира нужна, сын у него женится. Обломов был в затруднении. О чем думать? О письме ли старости? О переезде ли? О деньгах ли? Захар! Вы письмо написали? Заканчиваю! А ты в лавку ходил? Ходил, закрыта лавка. Ушел куда-то мясник. Я потом еще скажу. А, ну ладно. А, это вы, Алексей. Здравствуйте. Не подходите, Алексей. Не подходите ко мне, я вам руки не подам, из холода. Что вы, какой холод, Илья Ильич? Вот теперь, я не думал к вам сегодня, да Овчинин встретился и увез меня к себе. Я за вами, Илья Ильич. Куда это? Да к Овчинину-то.
Поедемте. Там сегодня собрались Матвей Андреевич Альянов, Казимир Альбертович Пхайло, Василий Севастьянович Колымягин. Так, что же они там собрались, что им нужно от меня? Так Овчинин зовет вас обедать. Обедать? Садитесь, да. Подумаем. Вставайте же, пора одеваться. А зачем одеваться? Я еще не умывался. Так умывайтесь. Что же вы? Что? Да все лежите. А что такое? Как же? Вы хотели ехать? А, нет, куда ехать? Нет, я не хотел ехать никуда. Я ведь вам о делах своих еще не говорил. О каких делах, не знаю. Я ведь почему так долго не встаю? Я пока лежал, тут все думал, как мне выпутаться из беды. Что такое? Два несчастья. Вообразите, с квартиры гонят, съезжать надо. Сыграл со мной шутку хозяин. Съезжайте, говорит, поскорее. А, еще поскорее. Да. Это очень несносно переезжать. Да. С переездкой всегда хлопот много. Растеряют, перебьют, очень скучно. Да. А некоторые так любят переезжать. То он только удовольствие находит, как бы переехать. Захар! 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 Квартира это еще ладно. Захар! А вот посмотрите, как ко мне пишет Захар! Из деревни староста. Захар! Здесь за мной стоит. А, где мое письмо? Где же его искать? Разве я знаю, какой? Я не умею А читать. Я что, съел его? Где оно в самом деле-то? Ух! Вот. Ну вот вы это все. Ладно, ступай, иди. Надоел ты мне. Вот смотрите. Милостивый государь, ваше благородие. Ну, это не важно. Я говорил с холода. Пятую неделю нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят. Озими, ну тут неинтересно. Под Ивана в день три мужика ушли. О, Господи, Боже мой. Исправник. Так-так, холста нашего сей год на ярмарке не будет. Пьют. О, Господи, Боже мой. Внедаемых недобор. Нынешний год пошлем доходцу. Батюшка наш благодетель, тысячи яко две помене против года, что прошел. Месяца и года нет, должно быть, письмо валялось с прошлого года у старосты. Тот Иванов день, засуха, когда помнился. Представляете, как вам это понравится? Тысячи яко две помене. Сколько же это останется? Сколько же я в прошлом годе получил? Я не говорил вам? Нет. Надо бы у Штольца спросить. Скорее бы он возвращался, а то пишет, что приедет, а сам черт знает, где шатается. Губернатору что ли писать? А кто у вас губернатор? Напишите губернатору. Засуха, жара. А и вправду, напишите губернатору. Осторожно ходи. Да смотри, Лёш, не шуми. Маменька наша спит, устала с дороги. Илюшенька, ну куда ты побежал? Илья! Ой! Илья Ильич, да что ж ты делаешь? Вот была в них. Thank you.
Надо бы крыльцо починить. В самом деле, видишь ведь как, совсем расшаталось. Так ведь когда строили, он и тогда шатался. Ну так вот. что шатался? Так ведь не развалилось же. Даром, что 16 лет без поправки стоит. Славно сделал тогда. Лука. Да, хорошо сделал. Вот был плод. Да. Умер. Царство ему небесное. Царство ему небесное. Нынче избаловались. Так не сделают. Не сделают. А разве Лука строил-то? Нет, не Лука. Ну да, Лука. 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 Ишка. Нельзя, батюшка. Нельзя маменьку будить. Шутка ли сказать, целый день дома не была и всю ночь в дороге. Илюша! Что же вы не пишете? Я бы вам перышко очинил. А, это вы, простите, кажется, заснул. Ничего, ничего. Алексеев был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и молчание Обломова, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был. И хотя Обломов был ласков с ним, но любил искренне только одного человека. Верил ему одному, может быть, потому что рос, учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц. Штольц был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час. Что же вы не говорите ничего? Вы же поговорить хотели о чем-то. Бог с вами, выступайте куда-нибудь. Я сначала один подумаю, а с вами потом. Очень хорошо. Очень хорошо. В самом деле, и потом хорошо. Потом хорошо. Все готово, Илья Ильич. Насчет квартиры опять приходили. Илья Ильич. Что делать будем? Съезжать велят. А я тебе запретил напоминать мне об этом. Какой ты ядовитый человек, Захар. Я не ядовитый. Ладно, ступай. Убери все это. Только смотри, я запомнил, там... Сыру остался кусок и ветчина. Вечером подай. И то опять употребишь, как всегда. А барином соврешь, мол, тебя оставал. Вы не пускали никого, так больше оставалось. Ладно, ступай. Эх, смерть не идет. Чем куском попрекать, лучше про переезд подумай. Другие вон переезжают. Что? Что? Я сказал, что другие, мол... Не хуже нас, да переезжают, так и нам можно. Так. Захар. Ну-ка, поди сюда. Ближе. Каково тебе? Нехорошо ведь, а? Что же, Илья Ильич, я ведь только сказал, что... Пойди, ты подумал ли, что ты такое сказал, ядовитый человек? Ну, что же я такого сказал? Ты сказал, что другие не хуже нас переезжают. Другие не хуже. Вот до чего уже договорился. Теперь я буду знать, что это для тебя все равно, что другой. Ты подумал!
Ядовитый ты человек. Что такое другой? Сказать ли тебе, что это такое? Знаешь ли ты, что такое другой, а? Другой так действительно возьмет и приедет на новую квартиру. Вон Легаев возьмет линейку под мышку, две рубашки, носовой платок и пошел. Куда ты, мол, приезжаю. Вот это вот другой. А я, по-твоему, другой? А? Полно, батюшка, томить ты меня жалкими словами. Ну, разве я другой? Разве я мечусь, работаю? Мало ем, что ли, худощав или жалок на вид? Ну, разве мне чего-нибудь не достает? Да я на всю свою жизнь ни разу себе чулок на ноги не натянул. Пока живу, слава богу. Кому это я говорю? Ну, не ты ли с детства ходил за мной? Ты же сам знаешь, видел, что я воспитан нежно. Ни холода, ни голода никогда не терпел. Нужды не знал. Хлеба сам себе не зарабатывал. Вообще черным делом не занимался. Ну как же у тебя после всего этого достало духу равнять меня с другими? А я в своем плане ему отвел отдельный дом, огород, жалование назначен. Он у меня мажордом, он староста, он поверенный по делам. Ну как же ты после всего этого мог так горько оскорбить меня, твоего барина? Которому ты век служишь, которому ты ребенка носил на руках. Батюшка, я не полного. Ну что вы, Господь, с вами такой? Часок. А в половине пятого меня разбуди. Уже легкое приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые робкие морозцы туманят поверхность вод. Еще минута, и сознание улетело бы бог весь куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза. А я ведь не умылся, прошептал он. Как же это? Да и ничего не сделал. Хотел изложить план на бумагу и не изложил. Губернатору не написал, домовому хозяину тоже, счета не поверил. Утро так и пропало. Он задумался, что же это такое? А другой бы все это сделал, мелькнуло у него в голове. Другой, другой. Что же это такое, другой? Он углубился в сравнении себя с другим. Настала одна из ясных и сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью. Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собой. Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие упреки совести извили его, как иглы. «Это все Захар», — прошептал он. Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда. «Что, если бы кто-нибудь слышал это?» — думал он, цепенея от этой мысли. Слава Богу, что Захар не сумеет пересказать никому, да и не поверят, слава Богу. Илья Ильич. А Илья Ильич. Он спит, словно каменщик. Илья Ильич. Давайте, пятую половину уже. Илья Ильич. Чё тебе? Вы велели себя разбудить. О,
исполнил приказание и ступал. Остальное тебя не касается меня. Не пойду, Илья Ильич. Вставай. Ну, не трогай. Я буродёхник, да никак нельзя. Ну, Илья Ильич. Слушай. Вы сами будете гневаться на меня, Илья Ильич. Я сам знаю. Знаешь, ты дрыхнул. И дрыхнул, словно чурбан осиновый. Ну, да, был в хуй разу. Зачем ты на свет-то Божий родился? Вставай, что тебе говорят! Вставай, говорят тебе! Слушай! Ну уж я сплю? Я не сплю, я все слушаю. Эх ты, головушка, что лежишь, как колода? На тебя смотреть тошно. Поглядите, добрые люди. Фу. Вставайте! Илья Ильич, поглядите-ка, что вокруг вас делается. Я проснусь, когда замерзну. Вставайте! Сейчас покажу, как тревожить барина, когда он почевать хочет. Дай квасу. Илья! Андрей! Стой! Бригада! А я от Верхлёвки до Вавилова сам тележкой правил. А у меня мама такая. А мне эти перчатки настоящие подарили. Да тихо ты, а то нянька проснется и мне в тени сидеть. А пока они все после обеда спят. А давай посмотрим, как они спят. Давай, только тихо. Я вот чего могу. И я могу. А чего это крыльцо не починит? Ох, его знает, сам не знает. Слушай, а пойдем крутиться? Пойдем. Штольц остановился у Обломова. Жизнь Штольца, как всегда, была заполнена делами, визитами, обществом. И как Илья Ильич не протестовал, не жаловался, не спорил, он был увлекаем своим другом и сопутствовал ему всюду. «Нужно начинать новую жизнь», — говорил ему Штольц, — «теперь или никогда». Штольц был ровесник Обломова, и ему уже перевалило за 30 лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и благодаря старанию и уму успешно. Он часто говорил Обломову, что нормальное назначение человека – донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно, и что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них. Что не встречалось в жизни Штольца, он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления.
как ключница, сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери. Кстати, Илья, сделаешь приятное знакомство. Я пригласил золотопромышленника, того, что давеча говорили. Затем мы приглашены к нему пить чай. Ах, да. Непременно познакомлю тебя с Ольгой Ильинской. Вот голос, вот пение. Да и сама она, что за очаровательное дитя. Впрочем, может, я пристрастно сужу, у меня к ней слабость. У вас, значит, бывают слабости. Бывают, бывают. Кто ж такую рай? Ты давай, давай, скорее барина одевай и неси завтрак. Дверь я открою. Это вы, Алексей. Иван Алексеевич. Виноват. Слушаю вас. Простите, Андрей Иванович, я думал, Захар откроет. Мне Илье Ильичу приглашение передать. А нет Ильи Ильича. С вечера еще уехал по казенной надобности и не скоро будет. Он теперь за границу собирается, потом в Обломовку. И слава богу, он все вас, Андрей Иванович, очень ждал. Вот, говорит, Андрей Иванович Штольц, мой друг, приедет, и все дела владятся. А, позвольте спросить, почему мы шепотом говорим? Или в доме кто? Захар спит. Простите. Мне в службу надо. Прощайте. Прощайте. Прощайте, Алексей. Я Иван Алексеевич. Иван Алексеевич. Захар! Ну-ка, 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 что ты там такое потащил, а? Телятина. Видал? Видал. Только, Андрей Иванович, пожалейте барина, не может он вашей пищи. Ступай, принеси то, что я велел. И машинку. А что же мы на завтраком? Время не ждет. Андрей, а кто там приходил сейчас? Это ко мне. Бумаги казенные принесли. Пошли к столу, Илья. Пойдем. Ах ты, Илья, только послушай, запах какой. Если бы само здоровье была вещь, которой можно видеть и ощутить запах, я уверен, что такой у него был бы вид. Так оно должно пахнуть. Захар, прими. Это меня в Европе выучили. Там тоже пока никто этого не понимает. Оказалось бы, чего проще? Животные здоровее нас. Так ешь то же самое, что они едят, и будешь так же здоров. Вот, Захар, только понюхай. Ну ладно, ступай. Ступай к себе. Илья, сбрось себя прежде жир, тяжесть тела. Тогда и отлетит сон души. Ах, Андрей, ты знаешь, я сам с собой мучаюсь. Все знаю, все понимаю. Вот ты сказал про сон души. Я все знаю, но уйти от этого сна ни воли, ни сил у меня нет. Вот за тобой, может быть, я и пойду, а сам один я не справлюсь. Прости, я перебил тебя. Спасибо. Ты не забыл завтра в палату прошение подать? Не позже. Собирайся, Илья, через 5 минут ехать нужно. А чай? Андрей, а чай? Чай вреден. Продает эти акции, даже не имея их, за 3/4. С тем, чтобы после падения курса скупить за 5/8. Теперь понятно? 5/8 чего? Ну, есть стоимость акций, есть нынешний курс. Ну, к примеру, 3/4. Чего 3/4? Ну, ты что, вообще ничего не понял? Ваше превосходительство, к вам господин Штольц. А, простите.
как я рад. Павел Петрович. Здравствуйте. Ой, родной мой, рад вас видеть. Очень рад. Как наши дела? Я прошу прощения, позвольте вам представить, мой друг Обломов. Очень приятно. Андрей много рассказывал об этом проекте. Я же давно вас не видел, ничего не знаю. Ваше превосходительство, все подписывает. Все подписывает. Энергичный человек. Я другого от вас не ожидался. Но, друг мой, задевая это серьезное дело, я все-таки подумал о том, что стекло-то нужно венецианское, а где его взять? Понимаете? Павел Петрович, я все понимаю. Вот здесь все изложено. Я понимаю, что все изложено, но стекло-то очень дорогое. Вы понимаете меня? Если только обратиться к Гелю... Не надо, не надо обращаться к Гелю. Не надо? Это можно сделать сегодня. Что можно? Сказала мне Надежда, и поселись опять в Европе. Сейчас пирог подам. Ну ладно. Так, стало быть, никогда. Стало быть, никогда, Илья? Что никогда? Послушай, Илья. Кого ты обманываешь? Не меня ведь. Себя. Ты вспомни, как ты радовался бодрости, свежести своей, пришедшей легкости. Где твоя изжога, где ячмени?
Лицо не измято стало, постройнел, а ведь всего несколько дней не валяешься без дела и не ешь всякой гадости. Ужель ты хочешь опять походить на дряблый, ветхий, изношенный кафтан? Ну так тогда так и скажи, не требуй сочувствия. Вели подать себе завтра баранью ногу в постель, а еще лучше свинины жареной. Валяйся день денской, спи, пей, хочешь? Ну послушай, Илья, ну вот что проку, что ты теперь наешься и бухнешься спать вот с таким вот брюхом, а завтра будешь проклинать тебя за эту слабость. Да и чем наешься, подумать только. Что у тебя там? Я спрашиваю, что у тебя там? Суп. С мясом. Ну хорошо. Только немного и в последний раз. Теперь или никогда, запомни, Илья. Ушел. А, черт с вами! Захар, подай ложку. И тарелку. Ложку, тарелку. И пирог уж тогда неси, каналья. С чем он у вас хоть? С грибами. С обломовскими. Как могли быть близки эти люди, в которых каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни друг друга. Но это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности никак не препятствуют поводам для симпатии. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины. Потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломовых на немецкого мальчика. Потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове. Наконец, и более всего, чистое, светлое и доброе начало, лежащее в основании натуры Ильи Ильича, которое исполнено было глубокой симпатией ко всему, что хорошо, и что только откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца. Вот, Илья, это настоящая баня. Ни с какими петербургскими не сравнить. А пахнет, слышишь, как? Я этот запах еще из детства помню. Отец, бывало, сажал меня с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику. О, хорошо. Потом в поля, потом в город, потом какую-нибудь глину посмотреть. Андрей, ты вправду съезди-ка нынче на этот обед без меня. Я, видишь ли, должен еще... Вот, значит, сзади натрясет так, что идти не можешь. А тут уж банька истоплена. Залезаешь на самый верх, деревом пахнет, веником. Да нет, в самом деле, Андрей, мне бы надо пару деньков дома посидеть. План докончить. И не здоровиться, боюсь, опять ячмень сядет. Что, Илья, на диван захотелось? Никуда тебя не отпущу. Теперь или никогда. Помнишь уговор, а? Иди сюда, Илья! Вот тебе здоровье! Или какой ячмень не сядет! Илья! Да ну тебе! Не, ты что ж думаешь, что я шучу? А теперь или никогда? Ну что? Теперь или никогда? Теперь или никогда? Теперь или никогда? Теперь или никогда? Уси! Уси! Илья, что с тобой? Я этого не люблю. Илья. У меня теперь плечо болеть станет. Ну, Илья. Я сказал, я этого не люблю. А ты делаешь нарочно. Да бог с тобой, что ты говоришь? Да нарочно, мне неприятно, ты делаешь. Я не могу, а ты заставляешь. Я устал. От чего, Илья? От всего. От балов, встреч, знакомств, чаепитий, разговоров. От этой беспрерывной беготни в запуски. От пересудов, от сплетен. Не нравится мне ваша петербургская жизнь.
Какая же тебе нравится? Не такая, как здесь. Да? Что же здесь именно так не понравилось? Все! Ни у кого нет ясного покойного лица. Один мучится, что осужден каждый день ходить на службу, а другой вздыхает тяжко, что нет ему этакой благодати. Вот идеал и цель жизни. Значит, что ж, делами заниматься и в приемных сидеть? Ты не желаешь? Не желаю. Равно как и светской жизни вашей не желаю. Ходить в зал и любоваться, как симметрически рассаженные гости. Как смирно и глубокомысленно они сидят за картами. Нечего сказать, славная задача жизни. Отличный пример для ищущего движения ума. Да разве они не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь, сидя за картами? А чем я виноват и их, если лежа у себя на диване, не заражай головы тройками валетами? Собирают, скормят друг друга. Ни доброты, ни радушия, ни взаимного влечения друг к другу. Что это за жизнь? Зачем она? Чему я здесь научусь? А ты, Илья, кого и чему научить можешь? Я? Да, ты, ты. А я никого ничему учить не собираюсь. Ой. И экзаменов никому не делаю, как этот желтый господин в очках. Твой золотопромышленник пристал ко мне. Читал я речь какого-то депутата и глаза на меня вытрясил, когда я сказал, что вообще не читаю газет. Потом привязался ко мне. Как я думаю, отчего французский посланник выехал из Рима? Там Мехмед Али послал корабль в Константинополь. Тут отряд войска послали на восток. Так вот, этот желтый господин, как ты его изволил величать, кончил курс в двух университетах. И за то время, как у тебя под носом твой староста Обломовку разорил, этот господин 10 таких Обломовок нажил. И еще 20 наживет. И все своим старанием, умом и усердием. В 6 часу утра он уже на ногах. Летом или зимой всякий день делает гигиеническую гимнастику. Вина не пьет совсем. Говорит на 6 языках. Все знает, всех знает. Жизнь его подчинена цели, труду. Ни одного лишнего поступка, шага лишнего, слова. И вот здоров, богат. И в свои 60 лет выглядит моложе тебя. А зачем, Андрей? 60 лет надо выглядеть на 60, а не на 35. Верно. Только тогда и в 35 лет не нужно выглядеть 50 лет, как ты. Ах, Андрей. Ну, проживет твой золотопромышленник еще 100 лет. Заработает еще 100 обломовок. А зачем? Все думают только о том, как питаться, что вредно, что полезно, у какого доктора лечиться, на какие воды ездить. Все думают только о том, как жить. А зачем? Никто не хочет думать. Что есть твоя жизнь, для чего ты в ней, нужен ли кому-нибудь? Ах, Илья, валяться целыми днями на диване и судить всякого, кто делом занимается, несложно. Только, может быть, вместо того, чтобы других судить, лучше на себя обратиться. И, может, не свет, не общество виноваты, что тебе не годится, а сам ты виноват, что ему не нужен. Стыдно, Андрей. Что? Помилуй, Илья. Не смейся, Андрей. Так стыдно иногда делается. Прям до слез. Лежишь, ворочаешься сбоку на бок, спрашиваешь себя, отчего же-то я такой? Не знаешь ответа. Однажды я утром проснулся, у меня за окном дерево росло. Оно, наверное, уж 500 лет росло или больше. Может, татар видела Мамай. Еще 1000 лет проживет, а то и где. А листья на нем каждый год меняются, и сколько их за эти годы распустилось, пожелтело, опало. Сколько еще распустится и опадет. Но ведь каждый лист, пока он растет, он
живет одной жизнью с деревом, с его корнями, его ветвями. Он их чувствует, наверное, необходим им. Значит, доля этого листа есть в последующих годах. Была и в тех прошедших. Так верно и мы, кто бы ни был. Раз живем, значит, есть смысл какой-то. Я как это подумал, обрадовался, даже заплакал. А спроси, почему, я и объяснить не умею. А потом листал как-то учебник старый по ботанике. И вычитал, что деревья так долго не живут, разве что секвойи. Так стыдно сделал, что ничего не помню, чему учился. В голове моей как будто архив. Мертвые дела, цифры, эпохи, религии. Ничто ни с чем не связано. Как библиотека... Из одних разрозненных томов ни одного полного собрания. Ботанику забыла. Спроси, зачем я помню, что Селевкт I в 306 году до нашей эры победил какого-то Чандригупта? Ну, Илья, ты счастливый человек. Другой пусть 3 университета кончит, спешит за новыми знаниями, а тебе эти страдания неизвестны. Ты вон вздыхаешь, что не все еще смог забыть. Штольц был немец только наполовину, по отцу. Мать его была русской, из обедневшего дворянского рода. Веру он исповедовал православную, природная речь его была русская. С 8 лет маленький Андрей сидел с отцом за географической картой, разбирал безграмотные счета крестьян, мещан и фабричных, и отец, как мастеровому, совершенно по-немецки, платил ему жалование по 10 рублей в месяц и заставлял расписываться в книге. Мать Андрюши страдала. Ей не нравилось это трудовое практическое воспитание, но, будучи по природе своей человеком робким, тихим, с мужем она не спорила. Иван же Богданович Штольц не умел начертать своему сыну другой дороги, кроме той, которой прошел сам. Он помнил, что когда сам кончил курс учения, то отец отослал его от себя. Стало быть, и своего сына нужно от себя отослать, как кончит курс. Таков обычай в Германии. Матери тогда уже не было на свете, и даже оплакать разлуку с отчим домом было некому. В день отъезда только кучка соседей собралась поодаль посмотреть, как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Иван Богданович дал сыну 150 рублей ассигнациями, 2 сумки были привязаны у седла, в одной лежал клеенчатый плащ и толстые подбитые гвоздями сапоги, вещи, взятые по настоянию отца, в другой... лежал изящный фрак из тонкого сукна, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве, в память наставлений матери. До Москвы тебе доехать станет 40 рублей. Оттуда в Петербург 75. Останется довольно. Дальше как хочешь. Образован ты хорошо. Перед тобой вся карьера открыта. Можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй. Я не знаю, что ты изберешь.
чему чувствуешь больше охоты. Хорошо. Ну, а если не станет умения, зайди к Рейнгольду. Он научит. Это мой друг. Мы с ним вместе из Саксонии пришли. У него четырехэтажный дом в Петербурге. Я тебе адрес скажу. Не надо. Не говори. Я пойду к нему, когда у меня будет четырехэтажный дом. А пока обойдусь без него. Щенок, не слезинки. Вот оно как. Ну, старый-то нехрист тоже хорош. Как котенка вышвырнул на улицу. Стой, стой! Андрей! Ну! Подпруга слаба. Подтянуть надо. Шовки поправлю. Время тратить нечего. Надо засветло приехать. Ну? С Богом. Ты знаешь, я говорю с ней охотнее чаще, чем с другими. Ни жеманство, ни кокетство, ни умысла. О ком ты? Об Ольге. Ну, Ольга Ильинская. Я тебе давеча рассказывал. Да. Ты сейчас сам увидишь, Илья. Ольга чудесное создание. И нечего, нечего улыбаться. Я любуюсь ей совершенно бескорыстно, как ребенком, клянусь. Она рано осталась без родителей, живет теперь с теткой.
И как поет, Илья, как поет! Я очень хочу, чтобы ты понравился и Ольге, и ее тетке. Пока я буду в Англии, я завещаю тебе Винским, чтобы они присмотрели тут за тобой. Мешали тебе сидеть дома и спать после обеда. Да-да-да-да, и нечего смеяться, нечего. А через месяц встретимся в Париже. Да, у тебя паспорт готов? Давно уже, я и фуражку купил. Ну вот и приехали. Здравствуйте! Илья, ну где же ты? Ну, иди, познакомься, господа. Позвольте вам представить мой друг Илья Ильич Обломов. Погоди, куда ты? Я уйду, Андрей. Ну что же это такое? Что я? Это же мучение. Что я им насмех, что ли, всем дался? Да о чем? Где моя шапка? Да погоди. Где моя шапка? А Ольга Сергеевна? Ни на кого другого она так смотреть не смеет? Я посмирнее других, так она и... Где моя шапка? Илья. Где шапка моя? Я же не знал, куда деваться. Понимаешь, я как хоть сквозь землю провались. Да бог с тобой, Илья. Ну о чем ты? Подумаешь? Соусник разбил. Великолепно. А почему разбил? Потому что не знал, куда деться. Смотрят все, как на Эфиопу, улыбаются. Тут ловкий человек растеряется, а я как... Илья, Илья, ну что ты? Кстати, Андрей, а откуда они знают, что я третьего дня заснул в опере? Смотри, если ты меня сюда привел для того, чтобы не смеялись надо мной, дурно, дурно оставь, я тебе говорю. Илья, что ты шуток не понимаешь. Хорошие шутки! Добро бы только этот барон или тетка, а то и Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна молодая барышня, а ты при ней. Про рубашку наизнанку. Про то, что я разные чулки на ноги надел. Смотри. Смотри, Андрей. Полный Илья. Я рассержусь на тебя. Пойдем. Я сказал Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку, просил спеть для тебя. Что ты наговариваешь на меня в самом деле? Я вовсе не страстно люблю музыку. Каков, а? Я тебе рекомендую, как порядочного человека, ты спешишь разочаровать на свой счет. Ну, пойдем, 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 Илья. Я не желаю ее слушать. А вдруг она дурно поет? Лгать я не умею, комплименты я говорить тоже не умею. И опять буду в неловком положении. Когда ведь соусником, да? Это зло. Нет, это не зло. Это просто маленькое мщение за то, что вы не хотите послушать, как я пою. Ведь вы не хотите послушать, как я пою. Нет, это он хочет. А вы? Ну ты грубиян, Илья. Вот что значит залежаться дома и кроме халата... Андрей! Ну ладно, Андрей Иванович, тогда я вам спою. Merci beaucoup. Chère Ольга, je ne regrette pas d'admirer votre voix. Господа, Ольга Сергеевна нам сейчас споет. Thank you.
всю следующую неделю они почти не расставались. Ольге было с ними, как ни с кем, легко и просто. Штольца она знала давно, называла его другом, любила за то, что он всегда смешил ее и не давал скучать, но немного и боялась. Штольц любовался ею бескорыстно, она была в глазах его только прелестный ребенок. Как все было хорошо, как свободно сошлись они все трое, как просто познакомились Ольга с Обломовым. Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя и не смешил ее так, или смешил собою, и так легко прощал насмешки. Потом еще Штольц собирался ехать за границу и поручил Обломова ей. У них уже развился подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда, как прикажет прочесть книги, которые оставит Штольц, писать деревню письма, приготовиться ехать за границу. Словом, Штольц не узнает его. Все было очень хорошо. Пришло время нам прощаться. Илья, ты зачем? Я сейчас вернусь! Ольга Сергеевна, не оставьте Илью. Помните наш уговор. Возвратите его к жизни. Андрей Иванович, я уже все придумала. Я заставлю его каждый день читать газеты. Потом он будет пересказывать мне все новости. Потом он напишет план переустройства имения. Он будет жить и действовать. Сколько славы доктору, который спасет безнадежно больного, правда? Этот больной не безнадежен, Ольга Сергеевна, но лечение этой болезни, которую я называю обломовщиной, требует от доктора терпения и доброты. Верю, что у вас их достаточно. К тому же завещаю Илью вам всего на месяц. Через месяц, не позже, я жду его в Париже. Ой! Вот! Ой, Илья Ильич, кто это? Там ты такого не поешь! Это обломовский с грибами. Ой, какой пирог. Я нарочно его приготовить. Ой, горячий. Прими пирог. Андрей Иванович, пора. Андрей Иванович, не успеете до станции засветло. Андрей Иванович. До свидания, Ольга Сергеевна. До свидания, Андрей Иванович. До свидания. Счастливо, Захар! Пошел! Ну, пошел! Штольц уехал в Англию, взяв с Обломова слово приехать прямо в Париж. До отъезда Обломов должен был отправить план построек в Обломовку, сдать квартиру, читать книги и газеты по указанию Ольги Сергеевны. Без меня больше пирогов не ешьте! Илья, я жду тебя в Париже! Но Обломов не уехал. Ни через месяц, ни через полтора, ни через два.